Разбудил меня стон в эту темную ночь. Предо мною цыганка стояла и просила она, чтобы я ей помог. У шатра а ее дочь умирала. Я пошел вслед за ней, хороша и бледна, и на лохмотьях цыганка лежала. Из-под шали цветной, из груди молодой, кровь горячая струйкой бежала. И наклонился над ней, губы стали шептать: ой, как сильно его я любила. За измену его и за неверность ко мне я поручку кинжал в грудь вонзила. А он ушел от меня, а он не любит меня. Он ушел в Оренбургский. Почему флаг Красного Креста так и не вывесили? Так ведь, ваше благородие, потеряли мы его. Я знаю, что потеряли. Почему до сих пор не нашли? Чтобы к утру флаг был. Слушаюсь. Сергей Алексеевич, там еще тяжелый. Пулевой в грудь и височная часть осколочная. Давайте в операционную посмотрим. Давай, давай. Анна Аркадьевна, ваш мяч. Оп. Еще. Оп. Что вы подыгрываете мне? Играйте в полную силу. Помилуйте, Анна Аркадьевна. Изо всех сил стараюсь. Не получается. Давай тебе. Алексей, ведите наш счет. Дарья Александровна. Алексей, ведите счет. Если вы приехали к нам... Вы единственная женщина из прежних друзей Анны. То потому, что все так же любите ее и хотите помочь ей. Так ли я вас понял? Алексей, скажите. Да, конечно. Алексей, не надо ничего говорить. Никто больше и сильнее меня не чувствует всей тяжести положения Анны. И это понятно. Я причиной того положения, и потому я чувствую его. Яшин, мяч в игре. Вижу. Именно потому, что вы чувствуете себя причиной... Вы преувеличиваете, я боюсь. Конечно, положение ее в свете тяжело. В свете это ад. Но вы здесь совершенно счастливы и свободны. Я вижу по Анне, что она счастлива. Совершенно счастлива. Это непросто. Благодарю. Мяч не коснулся площадки. Вы приняли его раньше. Виноват, да, я вижу, что она счастлива. Мяч мой. Но может ли это так продолжаться? Вот, пожалуйста. Жребий брошен, мы связаны на всю жизнь. У нас есть ребенок. У нас могут быть еще дети. А если постараюсь, то не проиграю. Но моя дочь по закону не моя дочь, а Каренина. Завтра родится сын. Мой сын. И он по закону Каренин. Он не наследник ни моего имени, ни моего состояния. И как бы мы счастливы ни были в семье, сколько бы детей у нас ни было, все они Каренины. Да, я
Я все это понимаю, но... Я пытался говорить об этом Анне. Это раздражает ее. Она не понимает. И я не могу высказать ей все. Я счастлив ее любовью. Я работаю здесь. Я доволен. Счастлив. И нам ничего более не нужно для счастья. Да. Понимаю. Но что же Анна может? Даже для того, чтобы просить государя об усыновлении, необходим развод. А это зависит от Анны. Каренин согласен был на развод, и теперь я знаю, что он не отказал бы. Стоило только написать ему. Я понимаю, что ей мучительно, но причины так важны, что надо перешагнуть через все эти тонкости чувства. Ведь дело идет о счастье и судьбе ее самой и ее детей. Я поговорю с ней. Как же она сама не думает? Я непременно поговорю с ней. Для нее и для себя. Тормози, Лавруша! Что вы разбиты в пух и прах? Кто бы сомневался, Анна Аркадьевна, кто бы сомневался? В следующий раз отдуваться тебе. Мы закончили. Надо же как-то провести это время до обеда, еще часа два. Можно пройтись по саду, в лодке прокатиться, показать до Александра берега. Яшин, вы как? Анна Аркадьевна, с вами я на все согласен. Хоть куда. Благодарю. Думаю, Долли приятнее всего будет пройтись, а потом уже решим насчет лодки. И это правильно. Возьми, Лаврентий. Пойдемте, Дарья Александровна. Анна Аркадьевна. Да. Алексей очень доволен твоим приездом. Он решительно влюблен в тебя. О чем же вы говорили с ним? Я знаю, что вы говорили. Мы говорили о том, о чем я сама хочу говорить с тобой. О том, есть ли возможность как-то изменить и улучшить твое положение. То есть развод? Ты знаешь, как я на это смотрю, но если можно, то нужно выйти замуж. Ты знаешь, единственная женщина, которая хоть как-то общалась со мной в Петербурге, была Бетси Тверская. Ты ведь ее знаешь? В сущности, это развратнейшая женщина. Она самым гадким образом обманывала мужа, и она сказала мне, что она меня знать не хочет, пока мое положение будет неправильно. Нет, ты не думай. Не то чтобы я сравнивала, я знаю тебя, душенька моя. Я просто невольно вспомнила. Ай. Так что же он сказал тебе? Во-первых, он хочет узаконить свою дочь. Хочет быть тебе мужем и иметь право на тебя. Какая жена раба может быть до такой степени рабой, как я в моем положении? Самое главное и законное, он хочет, чтобы дети его имели имя. Какие же дети? Ани и другие. Это он может быть спокоен. У меня не будет больше детей. Ну как же ты можешь сказать, что не будет? Не будет. Потому что я этого не хочу. Подумай, у меня выбор из двух. Или быть беременной, то есть больной, либо быть ему другом, товарищем. Ну да, ну да. Для тебя, для других еще может быть сомнение, но для меня... Ты пойми, я не жена. Он любит меня до тех пор, пока любит. И что ж, чем же я поддержу его любовь вот этим? Ты считаешь, что это нехорошо, но ты забываешь мое положение. Как я могу желать детей? Я не говорю про страдания, я их не боюсь. Но подумай, кто будут мои дети? По самому своему рождению они будут поставлены в необходимость стыдиться матери, отца, своего рождения. Милая, но ведь для этого и нужен развод. Или это совсем невозможно? Мне говорили, что муж твой согласен. Долли, мне не хочется говорить про это. Хорошо, хорошо не будет. Но все-таки ты очень мрачно смотришь. Я? Нисколько. Я очень весела и довольна. Мрачно смотрю. Долли, ты не можешь понимать, это... Это слишком ужасно. Я стараюсь вовсе не смотреть. Надо попытаться сделать все, что можно. Что же можно? Ничего. Ты говоришь, выйти замуж за Алексея, что я не думаю об этом. Да нет дня,
часа, когда бы я не думала об этом и не упрекала себя за то, что думаю, потому что мысли об этом могут с ума свести. Вот ты говоришь, развод. Но Каренин не даст мне его. Надо попытаться. Это значит, мне ненавидящий его все-таки унизится и написать ему. Ну, положим, я сделаю усилие, я сделаю это. Хорошо, допустим, даже я получила согласие. Я получаю согласие, а сын? Ведь они не отдадут мне его. Ведь он вырастет, презирая меня у отца, которого я бросила. Ты пойми, что я люблю, кажется, равно, но обоих больше себя два существа. Сережа и Алексея. Только эти два существа я люблю, и одно исключает другое. Я не могу их соединить. А это одно мне нужно. А если этого нет, то все равно. Все равно. Что же делать, Анна? Как-нибудь кончится. И потому я не люблю. Я не хочу говорить про это. Ты... Не суди меня, не упрекай меня ни в чем. Ты не можешь со своей чистотой понять всего того, чем я страдаю. Я не думала, что ты так скоро. Может, останешься хотя бы на день? Это невозможно. Я так обещала. И дети. Не надо грустить, мы еще увидимся. Боюсь, что с твоим отъездом уже никто не растревожит в душе те чувства, которые поднялись во мне при этом свидании. Мне кажется, тебе тяжело, когда их тревожат. Но это самая лучшая часть моей души. Прощайте, Далия Санна. Благодарю, что посетили нас, с радостью ждем еще. Мы с Анной всегда рады вам. Прощайте. Я же скажу вот что. Да, эти же права, какие у наших земских учреждений. Другому европейскому народу англичане и немцы выработали бы из них свободу, а мы вот только смеемся. У нас, у русских, всегда так. Может быть, это и хорошая наша черта, способность видеть свои недостатки, но мы пересаливаем. Мы утешаемся иронией, которая постоянно присутствует у нас на языке. Вообще, взгляды на это разные. Какие же тут могут быть взгляды? И вообще турецкие взгляды. Ну, например, я слышал, будто некоторые говорят, что земству и мировые суды все не нужно. И потому ни в чем не желают участвовать. Это все наше русское равнодушие. Не чувствовать за собой обязанности, которые налагают на нас наши права. Я же, напротив, очень благодарен за честь, которую мне сделали вот. Благодаря Николаю Ивановичу, избрав меня почетным мировым судьей. Ну, не знаю. Боюсь, что, пользуясь вашей отзывчивостью, я взвалил на ваши плечи совершенно ненужные хлопоты. Нет, я считаю, что для меня отправляться на съезд, обсуждать дело мужика, лошади, так же важно, как и все, что я могу сделать. И буду считать за честь, если меня выберут гласным. Я этим только могу оправдать те выгоды, которыми я пользуюсь как землевладелец. То есть мы можем рассчитывать на вас, граф, на этот съезд. Но для этого нужно ехать сегодня, чтобы 8-го уже быть там. Я боюсь, что в последнее время у нас слишком много этих общественных обязанностей. Как чиновников прежде было так много, что для всякого дела нужен был чиновник. Так теперь все общественные деятели.
Ну, Анна, ты просто не замечаешь, что граф здесь всего месяц, а он уже член, кажется, 5 или 6 общественных учреждений. Попечительство, судья, гласный, присяжный, конское что-то. Благодаря такому образу жизни все время уйдет на это. Вы преувеличиваете, Анна Аркадьевна. А вы скольких мест член, Николай Иванович? Кажется, более 20. Анна, это... Боюсь, ты просто не понимаешь, нет, что эти... Вы мне все-таки скажите. Вы видите мою жизнь. Но вы не забудьте, что вы видите нас летом, когда мы бываем не одни. И представьте, я живу без него. Одна. А это будет? Я по всему вижу, что он половину времени будет вне дома. Прошу прощения, господа. Извините, господа. Алексей, чего же ты так холоден ко мне? Впрочем, нет, не то, что холоден. Ты любишь меня, я это знаю. Но теперь что-то новое разделяет нас. Прости, я не понимаю тебя. Что происходит? Ты... Ты хочешь доказать мне, что твоя любовь... Ты хочешь доказать мне, что твоя любовь ко мне не должна мешать твоей свободе? Ну зачем доказывать мне это? Мне не нужны доказательства, мне нужна любовь. Анна, Бога ради, объясни мне, что случилось. А этот холодный, строгий взгляд, которым ты смотрел на меня... Ты хотел меня этим оскорбить, и оскорбил до глубины души. Что? Что ты такое говоришь? Какой еще взгляд? О чем ты? Как я смотрел на тебя? Ты всем своим видом показываешь мне, что ты свободен. И тем самым унижаешь меня. Ты постоянно даешь мне понять, что ты имеешь право уехать. Когда ты хочешь, куда ты хочешь. Не только уехать, но оставить меня. Ты имеешь все права. Я не имею никаких. Анна, милая, тебе это лишь показалось. О, нет. Этот твой взгляд говорит о том, что начинается охлаждение. И я не могу ни в чем изменить своих отношений к тебе. Наверное, ты это понимаешь, и поэтому так ведешь себя. Анна, я умоляю тебя, прекрати меня мучить. Опомнись. Как мне опомниться? Как мне опомниться, когда я понимаю, что ты... Алексей, что ты тяготишься мною? Что мне остается? Мне кажется, я схожу с ума. Я все готов отдать.
свою жизнь, если надо. Лишь бы ты была счастлива. Несмотря на это, я все-таки рада, что ты всякий раз возвращаешься ко мне. Да, пусть ты тяготишься мною, но тут со мной. Только бы ты был тут. А когда ты тут, ты не можешь, не смеешь не любить меня. Когда же ты вернешься? Ну, я надеюсь, ты не будешь скучать. Надеюсь. Я получила вчера ящик книг. Я не буду скучать. Николай Иванович, скажите, а женщина принимает члены земской управы? Зорька на небе олеет, вечер розовый тускнеет. И склоняется к земле солнце шар в румяной мгле. Третий день идет к исходу, как опущенная в воду. И недвижно, и бледна смотрит царская жена. Через сад на ту дорогу, где давно уж понемногу улеглась под вечер пыль, где один степной ковыль только по небу несется. Аннушка, граф еще не вернулся из города? Не, их сиятельства не приехались еще. Голосует граф Алексей Кириллович Вронский. Голосует статский советник Евгений Федорович Заболотный. Голосует отборный советник Петр... Зачем теперь дело встало? За Снетковым. Mm. Он должен либо отказаться, либо согласиться. Да, и что? Согласился или нет? Да в том-то и дело, что не то, не сё. А если откажется, кто будет тогда баллотироваться? Не явился. Кто хочет? О, братец, я гляжу, и тебя за живое забрало. Это вроде скачек. Пари можно держать. Да, это забирает за живое. И раз взявшись за дело, хочется его сделать. Борьба, черт возьми. Никак не ожидал, что это дело выборов так займет меня. То ли еще будет. Ты знаешь, если я буду женат, то к будущему трехлетию буду сам баллотироваться. Это вроде того, как после выигрыша через жокея хочется скакать самому. А я, господа, надо признаться, что-то запутался. Честно, я не понимаю значения всего этого. Да что ж тут понимать? Значения нет никакого. Упавшее учреждение, продолжающее свое движение только по силе инерции. Ну а зачем же вы ездите? По привычке одно. А вы, собственно, кто? Помещик. Постоянный деревенский житель, так сказать. Ну, если вы постоянный деревенский житель, то почему вы до сих пор не мировой судья? Вы не в мундире мирового судьи. От того, что я считаю, что мировой суд есть учреждение дурацкое. Я бы так не полагал. Это игрушка. Мировые судьи нам не нужны. Я 8 лет не имел ни одного дела, а какое имел, то было решено на выворот. Мировой судья от меня в 40 верстах. Я должен о деле в 2 рубля... Высылать поверенного, который стоит 15. Хорошо, хорошо, мы вас поняли. Да нет, 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 вы послушайте, послушайте. Мужик украл у мельника муку. А когда мельник сказал ему это, то мужик. Нет, вы только подумайте. Мужик подал иск в клевете. Вот ваш мировой суд. Господа, позвольте, позвольте. Это что ж такое? Флёрова никак не допускают до выборов. Почему? Послушайте. Не надо. Мы кровь проливаем! Подождите! Я дам вам слово! Наша рыб! А кто такой этот Флёров? Флёров? Да есть один такой господин. Знаете, уже год под судом. Молодец!
господа, пойдемте уже. Скоро обед будет. Господа, не могу передать, как я рад. И выражая всеобщую радость, поздравляю вас, Николай Иванович, с четвероизбранием. Рад, что теперь снова смогу называть вас ваше превосходительство. Господа, за самого лучшего губернского предводителя России. Господа, я тронут, господа, и благодарю вас всех. И предлагаю вам тост за человека, без чьей помощи я вряд ли одержал бы эту победу. За Алексея Кирилловича Вронского! Ура! 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 Благодарю вас, Николай Иванович. Большая честь для меня. Благодарю. Я с вами не согласен. Позвольте. Они на статье основываются. Жена должна записываться вдвоем. Хотел предложить вам поехать в концерт, который устраивает моя жена. Благодарю вас, но это не по моей части. Ну, право, Алексей Кириллович. Она давно желала с вами познакомиться. В самом деле, все будет замечательно. Ну, хорошо, я приеду. Ваше сиятельство. Из Воздвиженского, Анна Аркадьевна, срочно. Что там? Что-то стряслось? От Анны. Пишет, что дочь очень больна, не знает, что делать. Волнуется за меня, сама хочет Ну? Что, Аня? Ничего. Ей лучше.
очень рад. А ты? Ты здорова? Я извелась совсем без тебя. А признайся, тебе досадно было получить письмо. И ты не поверил мне. Да. Письмо было такое странное. То Аня больна, то ты сама хочешь приехать. Это все была правда? Я не сомневаюсь. Нет, ты сомневаешься. Ты недоволен, я вижу. Ни одной минуты. Я недоволен только тем, что ты как будто не хочешь допустить, что у меня могут быть обязанности. Обязанности ехать в гости к предводителю? Но Анна... А ты знаешь, в каких мыслях я провела без тебя целых 5 дней? Как еще я не сошла с ума? Да-да. Анна, я понимаю. Я все понимаю. Но ты бы должен пожалеть меня хоть немножко. Целых 5 дней без тебя. Я должен съездить на несколько дней в Петербург. То есть тебя снова не будет? Я только хочу сказать, что... Анна, почему ты так раздражительна? Разве ты не понимаешь, что я не могу без тебя жить? Если ты поедешь в Петербург, то я поеду с тобой. Я не останусь здесь. Или мы должны разойтись, или жить вместе! Ну, ты же понимаешь, что для этого... Да, я понимаю. Я понимаю, что есть еще одно средство сблизиться с тобой и быть в таком положении, чтобы ты не покинул меня. Развод и брак. Ты же знаешь, что я только этого желаю. Надо развод? Я напишу ему. Теперь я желаю этого, и я согласна. Чего бы мне это ни стоило. Я вижу, что я не могу так жить. Я поеду с тобой в Петербург. Стива, я несказанно рад, что ты заехал к нам. Где ты остановился? В старом доме тетки. Там, конечно, все запущено, но Доля уже наводит порядок. Как Анна? Тяжело. О разводе никакой ясности. От Каренина ни строчки. Да, с ума можно сойти. Ну, а что она делает? Есть у нее какое-нибудь занятие? Теперь у нее на руках девочка-англичанка, которой она отдает все свое время. Что, какая девочка? Был у меня скаковой тренер, англичанин. Мастер своего дела, но пьяница. Вот сейчас совсем запил, семейство бросил. Анна его дочь взяла к себе на воспитание. Я всегда знал, что Анна прежде всего женщина с сердцем. А еще представь, она пишет детскую книгу. Книгу? Да. Она никому не говорит про это, но мне читала, и я давал рукопись Варковой. Знаешь, этот издатель? Нет. И сам он писатель, кажется. Так вот, он говорит, что это замечательная вещь. В самом деле? Пойдем к столу. А я вот говорю,
Анна Аркадьевна тратит столько времени на занятия с этой маленькой англичанкой. Мне кажется, направь она хоть одну сотую долю своей энергии на воспитание русских детей, то могла бы сделать большое полезное для отечества дело. Да вы как хотите, а я так и не смогла. Граф Алексей Кириллович очень поощрял меня заняться школой в деревне, но я так и не смогла привязаться к этому делу. Вы говорите энергию. Энергия основана на любви, а ее неоткуда взять. Приказать нельзя. Я это совершенно понимаю. На школу, собственно, как и на другие учреждения, нельзя положить сердце. Именно поэтому я думаю, что филантропические учреждения дают так мало результатов. Да, да. У меня не настолько широкое сердце, чтобы полюбить целый приют. На это я никогда не была способна. Но я отдаю этому ребенку все, что могу. Я привязалась к этой бедной девочке. Смотрите, не перекормите ее знаниями. Так ли уж ей необходимы все те предметы, которые вы ей преподаете? Отчего же? Отчего, позвольте вас спросить, граф, у вас такое неуважительное отношение к женскому образованию? Я никоим образом не хотел выказать неуважение. Словом, вы меня неправильно поняли. Просто меня смущает, что покровительствуемая вами девочка... Я вот, к слову, не вполне уверен, что она так нуждается в занятиях физикой. Знаете, я ведь не жду того, чтобы вы помнили меня, мои чувства, как может их помнить любящий человек. Но я ожидала просто хотя бы деликатности. Да, вы правы. Мне неинтересно ваше пристрастие к этой девочке. Это правда. Но лишь потому что я вижу, что оно ненатурально. Очень жалею, что лишь одно грубое и материальное вам понятно и натурально. Его жестокость. Жестокость, с которой он разрушает мир с таким трудом построенный мной, чтобы переносить мою и без того тяжелую жизнь. При том, что тяжелую по его вине. Анна, дорогая, по-моему, ты слишком... Алексей совсем не это имел в виду. Ну пойми же, он обвиняет меня. И в чем же, Стива, в чем? В притворстве, в ненатуральности. А значит, во лжи. Анна, ты слишком близко к сердцу воспринимаешь слова. Ведь он так любит тебя. Я знаю. Я знаю. Мне всегда так... так одиноко, так тяжело чувствовать себя с ним в ссоре. Хочется забыть, простить и примириться с ним. Но он же... Ненатурально! Анна! Анна! Далось тебе это слово, что ты о нем говоришь все время, ну! Я вспоминаю не столько более всего оскорбившее меня слово, а сколько его намерение сделать мне больно. Да ты пойми, я знаю, что он хотел этим сказать. Он хотел сказать ненатурально, не любя свою дочь, любить чужого ребенка. А что
пожертвовала ради него. Да. Это лишь одно желание сделать мне больно. И ничего больше. Да. Он любит другую женщину. Анна! Анна, да уйми ты своих демонов! Это переходит всяческие границы! Да, да, да. Он добр. Он правдив, он честен. Он любит меня. Да! Я люблю его. На днях выйдет развод. Чего же еще? Нужно доверие, нужно спокойствие, и я возьму на себя. Да. Теперь, как он придет, скажу, что я была виновата. Ну? Хотя я не была виновата. Да, я во всем виновата. Я раздражительная, я бессмысленно ревнивая. Но я примирюсь с ним, и мы уедем в деревню. Там я буду покойнее. Вот. Вот. Вот и хорошо. Хорошо? Но он ведь мог, должен понять всю тяжесть этой жизни моей здесь. Разве я живу? Я не живу. Я ожидаю развязки, которая все оттягивается и оттягивается. Ответа опять нет. Ты мне говоришь, что ты не можешь ехать к мужу. А я уже не могу. Я уже не могу писать еще. Я поеду. Встречусь с Карениным. Я, собственно, для того и приехал, чтобы вам сказать. Ты едешь? Угу. Стива. Если ты... Если ты все-таки увидишь Сережу, узнай подробно, где он, кто при нем. Господи, Стива. Если бы это было возможно. Ведь возможно. Алексей Кириллович, из корпуса прислали коляску для отправки вас в Амачен. А ведь год назад я бы не поверил, что меня будет тянуть в Пекин, как когда-то тянул во Флоренцию. Знаете название самых выдающихся храмов и дворцов Пекина? Дворец глубочайшего мира, дворец небесной тишины, храм земного покоя. Покой, мир, тишина. Ладно, поеду в Амачен утром. Знаете, Сергей, она все еще держит меня. Крепко держит. О чем вы? Уже 30 лет она меня не отпускает. Она все время рядом. Даже сейчас она здесь. Анна! Где ты? Уеду в Амачен или еще черт знает куда. Может, тогда отпустит. Ну что, Чиншан, пойдем, рожденная весной.
Цола! Цола! Что вы сказали? Уходим по-китайски. Так вы не дорассказали. Нет финала. До завтра еще много времени. Цола, Чуншан. Цола. Что, собственно, вы от меня хотите? Решение? Хоть какого-нибудь решения? Я обращаюсь к тебе не как к государственному человеку, а просто как к человеку. И доброму человеку, и христианину. Ты должен ее пожалеть. Мне казалось, что Анна Аркадьевна имеет все то, чего она сама хотела. Алексей Александрович, ради бога, не будем. Что прошло, то прошло. И ты прекрасно знаешь, чего она хочет и желает. Развода. Но я полагал, что Анна Аркадьевна отказывается от развода. В том случае, если я требую обязательства оставить мне сына. Я так отвечал и думал, что дело это кончено. И считаю его оконченным. Ради бога, она ведь уже не просит сына. Алексей Александрович, ты добрый человек. Войди хоть на мгновение в ее положение. Вопрос развода для нее теперь – это вопрос жизни и смерти. Так ты отказываешь в своем обещании? Я никогда не отказывал в исполнении возможного. Но я желаю иметь время обдумать, насколько обещанное возможно. Алексей Александрович, я не хочу в это верить. Она несчастна, как только может быть несчастна женщина. И ты не можешь отказать ей в такой... Насколько обещанное возможно. Я как человек верующий не могу в таком важном деле поступить противно христианскому закону. Позволь, но в христианском обществе и у нас развод допущен. Также развод допущен и церковью. Допущен. Но не в этом смысле. Я уже говорил тебе. Алексей Александрович, я не узнаю тебя. Не ты ли все простил? И движимый христианским чувством хотел все пожертвовать. Не ты ли сказал отдать кафтан, когда берут рубаху? И что теперь? Я прошу вас прекратить этот разговор. Прости. Прости, если я тебя огорчил. Я только лишь посол, который доносит свое поручение. Я должен обдумать. Послезавтра я дам вам решительный ответ. Сергей Алексеевич. Пусть Сережа зайдет. Сережа? Сергей Алексеевич. Я было подумал, директор департамента. Алексей Александрович. Анна просила меня повидать его. Только имей в виду, что ему сыну никогда не говорят про мать. И я прошу тебя ни слова не упоминать про нее. Эки, молодец стал, а? Не то, что Сережа, целый Сергей Алексеевич. Ты хоть помнишь меня? Помню, дядя. Помнит. Ну, как у тебя дела? Ну, прощай, Алексей Александрович. Жду решения.
Сереж. Скажи, а когда у вас в школе уроков нет, вы чем занимаетесь? Мы играем в железную дорогу. А это как? Это видите ли так? Двое садятся на лавку, а другой становится. И запрягаются. Можно руками, можно и поясами. И пускаются через все залы. А двери уже вперед отворяются. А ты, Вадь, помнишь? Нет, не помню. Отставьте меня. Помню, не помню. Какое вам дело? Зачем мне помнить? Оставьте меня в покое. Знаешь, на меня нашло почти вдохновение. Я решила, зачем ждать здесь развода? Не все ли равно? В деревне. Ты согласен? Конечно. Когда же ты думаешь ехать? Тогда ехать. Да чем раньше, тем лучше. Завтра не успеем. Послезавтра. Да. Нет. Послезавтра воскресенье. Мне надо быть мамой. Ты можешь поехать к матери завтра? Да нет. По делу, по которому я еду, доверенности и деньги не получится завтра. Если так, то мы не уедем совсем. Я чего же? Я не поеду позднее. В воскресенье или никогда? Почему же? Ведь это не имеет смысла. Для тебя это не имеет смысла, потому что до меня тебе никакого дела нет. Ты не хочешь понять моей жизни. Одно, что занимало меня здесь, это бедная английская девочка. А ты сказал, что это притворство. Ты ведь говорил, что я не люблю дочь, что я притворяюсь, будто люблю эту англичанку. Что это не натурально. Я никогда этого не говорил. Я сказал только, что не сочувствую этой внезапной любви. А чего ты, хвастаясь своей прямотой, не говоришь правду? Я никогда не хвастаюсь. И никогда не говорю неправды. Я люблю ясность. Ясность не в форме, а в любви. Хорошо. Поедем послезавтра, если ты хочешь. Я напишу маман, чтобы она через кого-нибудь прислала мне деньги. Очень жаль только, что ты совершенно не уважаешь моего мнения. Уважение выдумали для того, чтобы скрывать пустое место, где должна быть любовь. А если ты больше не любишь меня, то лучше и честнее это сказать. Это уже невыносимо. Для чего ты испытываешь мое терпение? Оно имеет пределы. Что вы хотите этим сказать? Я хочу сказать, что... Я должен спросить вас, чего вы от меня хотите? Чего я могу хотеть? И я могу хотеть только того, чтобы вы не покинули меня, как вы того желаете. А, впрочем, этого я не хочу. Это второстепенно. Я хочу любви. А ее нет. Стало бы все кончено. Постой. Постой. В чем дело? Я сказал, что отъезд нужно отложить на 3 дня. Ты мне на это сказала, что я лгу, что я нечестный человек. И повторяю, что человек, который попрекает меня в том, что он всем пожертвовал для меня, это хуже, чем нечестный человек. Это человек без сердца. И я хотела бы тебе еще вот что сказать. Мне совершенно все равно, что думает твоя мать и как она хочет женить тебя. И поверь, для меня женщина без сердца, старуха она или не старуха, твоя мать или чужая, неинтересно. Я ее знать не хочу. Анна, я попросил бы не говорить неуважительно о моей матери. Женщина, которая не угадала своим сердцем, в чем лежит счастье и честь ее сына, у той нет сердца. Я повторяю свою просьбу не говорить неуважительно о матери, которую я уважаю.
Ты не любишь мать. Это все фразы. Фразы, фразы. А если так? Надо решиться. И я решился. Никогда еще не проходило дня в ссоре. Но нынче это было в первый раз. И это была не ссора. А что же? Это было очевидное признание в совершенном охлаждении. Знаешь, мне порой кажется, что мне уже все равно. Ехать или не ехать в Воздвиженское, получить или не получить от мужа развод. Все это не важно. Нужно лишь наказать его. Анна, что ты? Что ты? Наказать и одержать над ним победу. Есть лишь один единственный способ. И восстановить в его сердце любовь ко мне. И наказать его. Ты что такое говоришь? Ты пугаешь меня. Я вот подумала, стоит лишь выпить всю склянку опиума, чтобы умереть. Это ведь так легко и просто. И тогда он будет мучиться и раскаиваться, и любить мою память. Когда уже будет слишком поздно. Когда меня уже не будет, и я буду для него лишь воспоминанием. Анна, прекрати, прекрати. Это ужасно, что такое ты говоришь. Как я мог сказать ей эти жестокие слова? Как я мог? Но теперь ее уже нет. Она навсегда ушла от нас, она там. Анна, прекрати немедленно. Знаешь, я в последнее время все думаю. Тогда, во время той болезни после родов, зачем я не умерла тогда? Да, умереть. Умереть. Анна, пожалуйста, прекрати, это невозможно слушать. И тогда стыд и позор Алексея Александровича и Сережи и мой. Мой ужасный позор все искупится смертью. Анна, прекрати. Ложись спать. Ты плохо выглядишь. Нет, все. Только жить. А ведь я люблю его. Ведь он любит меня. Это все было и пройдет. Да, пройдет. Ну вот ты плачешь. Это слезы радости? Они возвращают к жизни. Дорогая моя, тебе нужно отдохнуть. Я поеду к себе, а завтра приезжай ты ко мне. Юля, дорогая, спасибо тебе. Спасибо. Здравствуйте, граф. Ой, прости, я их не ждал. Княгиня. Граф, ваша маман просила вам передать. Благодарю. А ведь, кажется, уезжать надолго. Пока не знаю, княгиня. Думаю, да, надолго. Тогда прощайте. Удачи вам, граф. Прощайте. Трогай. Кто это был? Сорокина с дочерью заезжала. Привезла мне деньги и бумаги от мамы. Так как?
мы завтра едем в Воздвиженское, не правда ли? Вы, но не я. Анна, эдак невозможно жить. Вы, но не я. Это становится невыносимо. Вы раскаетесь в этом. Пусть подадут мою коляску. Короче говоря, я уехал. В тот момент я ее просто ненавидел. Поехал по каким-то делам в город, потом в имение к матери. Правда, не помню зачем. Там я получил от Анны записку. Она ее написала, видимо, тотчас же, как я уехал. Но ее посыльный смог меня найти лишь к вечеру у матери. Помните, что она писала? Да, помню. Она писала: «Я виновата, вернись домой, нам надо объясниться. Ради бога, приезжай, мне страшно». Я тотчас же ответил. Написал ей, что ее письмо меня не застало, что скоро буду дома. Отправил ей. Но она уже была на этой станции. До сих пор не понимаю, как она там оказалась. Словом, было уже поздно. То есть, если бы ваша записка застала ее, то ничего бы не произошло? Не произошло. В тот раз точно бы не произошло. Лаврентий. Куда поехал граф? Их сиятельство уехали в конюшни. Они приказали доложить, если вам будет угодно выехать, то коляска вернется за вами. Поезжай в конюшни. Проси графа, чтобы он вернулся как можно скорее. Вот записка. Завтра мы поедем в деревню, и все будет хорошо. Начальник. На перевязках. Позови. Слушаюсь. Что случилось? Скоро здесь будут японцы.
Большой отряд. Я встретил их отсюда верстах в 10. Откуда они здесь? Да кто там разберет? Бардак какой-то. Где наши, где самураи. Мой вам совет. Как можно скорее собирайтесь и уезжайте. Иначе будет поздно. Уезжайте. Вперед! Эй, дорогу! Неужели все кончено? Нет, это не может быть. Он вернется. Анна Аркадьевна, ответ подождать. Но как он объяснит мне эту улыбку? Это оживление после того, как он говорил с этой Сорокиной? Ну и не объяснит. Все-таки поверю. Но он едет уже. Он приедет сейчас. Пятнадцать минут туда, 15 назад. Да. Уже должен быть. Как он мог уехать, оставив меня в таком положении? Как он может жить, не примирившись со мной? По времени уже должен был вернуться. Если я не ошиблась. Может быть, я ошиблась в расчетах? Анна Аркадьевна, да едет, кажется. Это ж наша коляска дребезжит-то так. Заставу. Они уехали к матери в имение. Что? Что тебе? Да ведь он не получил его. Поезжай с этой же запиской в деревню в графине Вронской, знаешь? И тотчас же привези ответ. Я сама. Что же мне делать? Ах, да. Я ведь могу еще и телеграфировать. Запиши. Запиши и передай, чтобы телеграфировали графине Вронской для графа. Мне необходимо переговорить. Сейчас приезжайте. Аннушка, милая, что же мне делать? Так, чего же так расстраиваться-то? Ведь оно ж бывает. Вот вы к Дарье Александровне поезжайте. Может, оно само все и рассеется. Да-да, я поеду. А если без меня будет телеграмма? Переслать к Дарье Александровне. Саня. Нет, я сама вернусь. Позвольте, я с вами. Да, да, да. Не надо думать. Надо делать что-то. Уехать из этого дома!
Анна, милая, отчего ты не проходишь? Я хотела сама быть у тебя. Нынче получила новое письмо от Стивы. Пишет, что не совсем понимает, чего именно хочет Каренин, но постарается добиться от него окончательного ответа. Я думала, у тебя есть кто-то. Да, у меня Китти. Она осталась в детской. Я сейчас принесу письмо. Каренин не отказывает. Напротив. И Стива надеется... А я не надеюсь. И даже не желаю надеяться. Меня это совершенно не интересует. Анна, милая, вот я надеюсь... Что же ты? Китти считает для себя унизительным встретиться со мной. Может, я на и права. Но не ей той, которая была влюблена в Вронского, не ей показывать мне это. Хотя я понимаю, меня в моем положении не может принимать ни одна порядочная женщина. Анна, милая, что ты такое говоришь? Опомнись, ты так возбуждена. Что ж, Китти не хочет встречаться со мной, да? Прячется от меня. Какие пустяки. Китти кормит, и у нее не ладится дело. Я ей советовала. Она очень рада, она сейчас придет. А ты разденься и заходи. Не стоит. Я заехал проститься с тобой, мне надо ехать. Милая, куда ты сейчас поедешь? Останься. Мне надо на станцию. Анна, милая, зачем тебе на станцию? Останься. Прощай, Доля. Может быть, опоздал на поезд, а уже вернулся теперь? Но прежде чем навсегда уехать, я скажу ему все. Никогда никого я так ненавидела, как этого человека. Так их сиятельство письма-то не получали. Нет, нет, он все знает. Он теперь спокойно разговаривает с матерью и с Сорокиной. Она не радуется моим страданиям. И я поеду на станцию. А если его там нет, то поеду к его матери и улечу его. Поеду туда и улечу его! Чего он искал во мне? Любви не столько, сколько удовлетворения тщеславия. Да, да, он хвастался мной. А теперь это прошло. Гордиться нечем, не гордиться, а стыдиться. Он взял от меня все, что мог, а теперь я... И я не нужна ему. Образуется, Анна Аркадьевна. Все обойдется. Нет, нет, Анушка. Да, наверное, он любит меня, но как? Вкус притупился. И если я уеду от него, он в глубине души будет рад. Моя любовь все делается страшнее себялюбивее, а его казнит, гаснет. И помочь этому нельзя. Господи, если он из долга будет добр, нежен ко мне, а любви не будет, это хуже в тысячи раз даже, чем злоба. Это ад! Этих мест я совсем не знаю. Горы какие-то, и все дома, дома. А в домах все люди, люди, сколько их конца нет. И все ненавидят друг друга. Нет, невозможно. Мы жизнью... расходимся. И я делаю его несчастье, а он мое. И переделать ни его, ни меня нельзя. Все попытки сделаны. Винт свинтился. Боже мой, как он похож на этого страшного старика из моих снов. Он говорит по-французски. И все бьет по железу. Я сам бормочет, бормочет. Как же мучительно я люблю и ненавижу его. Боже мой, как же страшно бьется сердце.
что 5 рублей моих за банком, в банке не было внести сдачи. Черт знает, что такое. Как ты смеешь мне не верить? Вот тебе 10. Зачем 10? Вы 5 должны. Где ты тут? Черт убратец. Снимаю. Вам надо? Господин полковник, карту? Да. А я не буду рисковать. Все-таки ты играешь не как офицер, а как уездная чиновница, которая увидела впервые кучу денег, а жаднилась, как бы кто ни стянул. Скрываюсь. 5 очков. Что у вас? Да что за карта, черт? Король, дама, десятка. Форменный жир, ни одного очка. Туз 8, 9. Вы снова сняли банк, господин полковник. Везет же вам. Не всегда. Чей черед сдавать? Ваша очередь, Алексей Кириллович. По 10 рублей. Господа, я за вами. Мы выдвигаемся. Алексей Кириллович, ваша коляска готова. Благодарю вас. Сейчас только окончим партию. Вам еще? Давайте. Черт, как подглядел себя. Вам? Свои. Прекратите панику! Держите лошадей! Черт возьми. Японцы совсем близко. Надо ехать, да? Нет. Окончим партию. Вскрываем. Все целы. Как вы? Черт. Господин полковник. Да, действительно, пора ехать. Забирайте раненых, сажайте на повозки, повозки увозите на дорогу. Бросайте лишние, помогайте раненым. Телегу, телегу разбитую убирайте с дороги. Раненых грузите на телеги! Алексей Кириллович, коляска ваша здесь. Девчонку, китаянку не видели? Алексей Кириллович, ехать надо. Чуньшан! 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 Пойдем, не бойся. Всех раненых пропустить вперед! Без карта! Пойдем, Чуша. Не бойся. Все хорошо. Ну что, Чуша, прощай. Все хорошо? Хэнхао? Хэнхао. Алексей Кириллович! Алексей Кириллович, уезжайте! Я остаюсь здесь. Я не могу вас здесь оставить. Вы ранены. Вам так меня жаль? Дело не в жалости. Вы офицер генштаба и не можете попасть в плен. Нет, поверьте. В плен я не попаду.
И не забывайте, я здесь старше по званию. Уж на час мы их точно сдержим. Зачем вы это делаете? Даст Бог, свидимся. Позаботьтесь о Чуншен. Послушайте, Сергей. Может быть, тогда на станции я ошибся. Может быть, это была не Анна. Порой мне кажется, что она жива. Просто уехала куда-то. И не хочет возвращаться. Что вы говорите? Были похороны. Ее давно похоронили. Да к черту похороны. Они всегда хотели избавиться от нее. К черту. Сколько у нас людей? Около 50 наберется. Вы вот что, капитан, возьмите-ка десяток солдат. Держите правый фланг, а я их здесь встречу. Слушай. Точно не сдержим. Отходите за фанзы, рассредоточиться. Стрелять только прицельно. Через полчаса уходите. Кто в живых останется? Слушаюсь! Стрелять прицельно! Беречь патроны! Не высовываться!